Твери завершилось внедрение новой транспортной модели пассажирских перевозок. В четверг, 30 апреля, транспорт Верхневолжья выпустил на линию 208 и 228 автобусы. На маршруте номер 208 дачный кооператив «Светлый ТЭЦ-3» микрорайон Южный запустили 12 машин среднего класса. На линии номер 228 поселок Аввакумово микрорайон Южный курсируют 9 автобусов такой же вместимости. Таким образом, все 85 маршрутов общественного транспорта в Твери и Калининском районе теперь обслуживают Верхневолжское АТП. С февраля этого года маршрутки и троллейбусы постепенно заменили на автобусы разной вместимости. В них есть возможность безналичной оплаты, а также льготы для отдельных категорий граждан.